Доброго времени суток, YouTube, уважаемые наши контрагенты. И я хотел бы провести маленький обзорчик новостей касательно Ростехнадзора. Буквально новость от вчерашнего дня, от 08.07.2022. Речь идет о том, что Ростехнадзор вновь возобновил свою деятельность. Прошло буквально полтора месяца. Я не думал, что так быстро все это будет восстановлено с того момента, как премьер-министр Мишустин дал задание главе Ростехнадзора. Мы сейчас с вами находимся на главном сайте этой службы, так скажем, да, на центральном управлении. Он дал задание уменьшить проверочную нагрузку на предприятие, подконтрольное Ростехнадзору. Ну и вот, соответственно, вчера, в пятницу, появилась новость о том, что Ростехнадзор вновь возобновляет в полном объеме свою проверочную деятельность. То есть буквально прошло полтора месяца. Хорошо это или плохо? Несомненно, хорошо. Ростехнадзор продолжает контролировать безопасность предприятий атомной отрасли, других каких-то транспортных, ЖД, авиа и так далее, и так далее, и так далее. Для предприятий это вызывает некоторые трудности, но если нормально и по-честному работать, то все нормально. Всегда можно пройти эти проверки Ростехнадзора, если выполнять все требования. Они, в общем-то, значительны, ну и в то же время невелики. Одним словом, полтора месяца, и все возвращается на круги своя. Вновь идет, начинается проверочная деятельность Ростехнадзора. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание. Заходите на наш сайт, на наш YouTube канал. Смотрите наши новости, они, как правило, актуальны. Мы отслеживаем то, что происходит вокруг нас в сфере промышленной безопасности, человеческого фактора и так далее. Вот такая вот небольшая маленькая новость. Благодарю вас за внимание и удачи вам!